Сообщили, что вот эти наши публичные лекции теперь идут в часы нагрузки магистрантов. Да? И я у них потом должен буду принимать зачет под названием актуальные проблемы генетики номер не помню какой, не то один, не то два. Поэтому, поскольку мне у них надо принимать зачет, то я теперь буду просить каждого лектора сделать мне два секретных вопроса. Что они что желают? Вот если я спрошу их, подскажи мне всю правду про сетра. Вот она должна быть какая-то одна правда, которую они могли там уже чертить в нашей лекции, а больше не Значит, что у нас, да, я объявил, да, что, во-первых, значит, слушайте, это вас потом пойдет на счет. Второе, значит, что у нас ближайшая программа? Значит, у нас будет два состыкованных доклада для расширения вашего зоологического кругозора. Сегодня нам Маша расскажет всю правду про Вахрэкс. А следующую среду у нас будет лекция Галины Азаркиной по поводу пауков. То есть она там не, ну как всегда, там есть эти самые проблемы между морфологическими древесами и молекулярными. Ну вот и как из этого разрешается, ну вообще про пауков все равно никто ничего не знает, а тут у вас глаза откроются. Вот. Вот это ближайшее у нас с вами. Да, вот теперь я рад приветствовать Машу Победницу. Я говорю, что не буду читать лекцию, если вы не будете правильно ставить дарение. У нас долго шли дебаты по поводу того, как называть этот доклад. Я им предлагал, что я предлагал? А я предлагал резко не считать это. Ну, можно и так. Все, все, обо всем по чуть-чуть. Мне больше нравится правда. Пожалуйста, да, я бы давайте ей попробую. Так, добрый день, в общем, уважаемые коллеги. Немного волнуюсь. Если вам что-то будет непонятно, я буду рада потом услышать ваши вопросы. Итак, сегодня мы поговорим с вами об осетровых рыбах издревна, в наше время, в средние века, в наше время, и что же нас ждет с ними в будущем. Об осетровых рыбах известно, в принципе, очень давно, и свидетельством тому, что осетр промышлялся уже в глубокой древности, служат музейные экспонаты архаичного орудия, рыболовные крючья, характерные для данного промысла. Упоминания об осетрах в древних летописях, изображения осетров на рисунках, мозаиках, барельефах, все это встречалось еще в Древней Греции, по сообщениям разных писателей. А засоленная икра осетровых впервые упоминается уже в III веке до нашей эры. В древнегреческих летописях, как излюбленное греками лакомство. Икру специально привозили из района Черного моря для заселявших тогда Александрию граждан. Позднее, во времена войн с Карфагеном, икру попробовали и оценили уже римляне.
Однако падением античных империй на Западе, с падением античных империй была любовь к икре потеряна. В те времена промысел сетра велся в реке Дунай, в Азовском, в Черных морях и впадающих в них реках. Однако икра описывалась скорее как диковинка, нежели как деликатес. Очевидно, что признание к черной икре на Западе вернулось не скоро. Но интерес к сетрам все же был. Так, например, вот в Англии король Эдуард II велел всем, кто поймает осетровую рыбу любого вида, незамедлительно предоставить ее на королевский стол. То есть в Англии, как вот все лебеди, например, принадлежат королеве, так же и все осетры тоже принадлежат королеве. На востоке же, в Черном и Каспийских морях, русские вели интенсивный вылов осетра, так рыбаки заготавливали икру и поставляли ее в Центральную Россию. Будучи национальным богатством, осетр, как и его икра, в те времена была доступна гражданам всех социальных слоев во времена царской России. Но при этом князья и дворяне деликатесом икру не считали. Это была для них такая посредственная икра, посредственная еда, как и сама осетрина, которую можно найти в любое время. А у себя на столе они предпочитали золотистую щучью икру. Здесь же можно сказать, что золотой икрой, кроме того, считается икра осетров-альбиносов, которая в наше время считается самым дорогостоящим деликатесом. Так, за 100 грамм такой золотой икры от рыбы-альбиноса можно заплатить до 6 тысяч долларов. Была доступна икра и в 20 веке. Наверное, многие из вас, но, к сожалению, или к счастью, не я, помнят о большом количестве икры, которую, по рассказам, было уже невозможно есть. До 20 века рыбакам попадались поистине огроменные рыбы, и существовало очень много баек, историй на эту тему. Например, о том, что в античных уловах в Дону каждая шестая белуга была длиной более 4 метров, а в средневековых на Средней Оби каждая пятая достигала длиной 4-6 метров. В 18 веке всего за 2 часа в присутствии одного из академиков выловили 500 белуг массой около 700 килограмм каждая. А за 20 век... за 20 век было всего около 2 сообщений о вылове рыб массой 600 килограмм. Сразу мы видим, как же все это развивалось. Например, еще одна история о том, что в Астрахани в краеведческом музее есть чучело белуги длиной в 6,5 метров. Она была выловлена под Астраханью и весила уже в конце 20 века под Астраханью и весила почти 2 тонны без внутренностей. Эту царь рыбу, назовем так, краеведческий музей получил всего лишь от браконьеров. Они анонимно сообщили об этом и сказали, где же вы можете забрать рыбу, из которой предварительно выпотрошили всю икру. О Каспийском море поговорим сейчас о том, откуда же, скорее всего, вероятно, произошли осетровые. О Каспийском море, как об основном источнике осетровых рыб, пишут писатели и путешественники. В настоящее время Каспий – самый большой внутренний водоем в мире. В Каспий впадает около 130 рек, и самая крупная из них – Волга, как многие, наверное, из вас знают. Согласно современным представлениям, Каспийское море – это часть древнего океана Тетис. Тетис существовал во времена от позднего палеозоя до мезозоя, то есть примерно 300 миллионов лет назад, разделяя древние континенты Гондвану и Лавразию. После столкновения континентов происходили различные изменения, в том числе изменения в акватории. Около 1 миллиона лет назад произошло окончательное отрезание современного Каспийского моря от Мирового океана, ну и как следствие какие-то представители флоры и фауны приспособились, какие-то вымерли. Те, кто не смог существовать в засоленной воде, перешли в поймы рек. Именно это послужило тому, что Каспийское море имеет свой уникальный биоценоз, и большинство обитателей Каспия – это эндемики. Осетровые рыбы – одни из древнейших среди ныне живущих позвоночных животных. Их предки плавали еще в морях юрского периода. Их следы находят в меловых отложениях. Самый древний из известных осетров – это Хондростеус, находится на эволюционном древе, он вот здесь, а вот здесь находятся все современные представители осетровых. У меня очень плохо работает мышка. Так, судя по его останкам, за миллионы лет осетры практически не изменились. И несмотря на древность происхождения и примитивность морфологии, до сравнительно недавнего времени осетровые занимали огромный ареал, занимающий почти все северное полушарие Земли. Некоторые авторы считали, что осетровые – это очень примитивная группа, сходная с хрящевыми рыбами. Осетровые относятся к классу лучеперых рыб,
подчеркнутых красной чертой и считали их схожим с хрящевыми, подчеркнутыми голубой чертой в данном случае. Однако на основании сравнительно анатомического анализа ископаемых остатков было выяснено, современных уже особей, было выяснено, что это мнение не очень верно, и по мнению знаменитого среди рыбоводов ученого Берга, примитивные признаки сохранились у сетровых за счет фитализации, то есть выпадения конечных стадий развития и приобретения специфических адаптаций. Таким образом, наблюдаемые сходства осетровы с хрящевыми рыбами имеют вторичный характер и могут рассматриваться как конвергенция. На данный момент мы знаем, что предки осетровых, относящиеся к классу, еще раз повторюсь, лучеперых рыб, разошлись с хрящевыми рыбами около 430 миллионов лет назад, а с самым широким классом костистых рыб около 330 миллионов лет назад. Долгие годы классификация осетровых, как и многих других организмов, основывалась только на морфологических описаниях и на характеризации отложений, то есть найденных останков. Современная классификация включает, конечно же, морфологические данные, была во многом пересмотрена, но и на данный момент из-за большого обновления, прибавления молекулярных данных, классификация внутри отряда несколько обновляется. Современная мировая фауна насчитывает 27 видов осетровых. Отряд осетрообразных традиционно делится на два семейства – веслоносы и осетровые. А осетровые, в свою очередь, делятся на два подсемейства – лопатоносы и осетры. В России на данный момент живет 27, и в России на данный момент живет 10 современных видов этих рыб. Однако самое большое разнообразие наблюдается в Каспии, в Каспийском, Черном и Средиземном морях. А вот в полноводных реках Сибири присутствует всего лишь два вида. Это стерлядь и сибирский осетр. Ученых, конечно же, интересует вопрос, почему так получилось, какие у этого причины. Палеоэкологи связывают такое распределение с последним оледенением, когда был блокирован сток в Северный Ледовитый океан от всех крупных сибирских рек, в результате чего водные массы устремлялись на запад, в Каспийское, Черное и Средиземное море. Если посмотреть на основные виды осетровых, то многие из них мигрируют, являются проходными видами. Они нагуливают вес в соленой воде, а размножаться приходят в пресную. Когда сток в океан был заблокирован, поведенческие инстинкты не смогли быстро измениться. Получается, имели шанс выжить только те виды, кто был приспособлен к тому, чтобы совершать миграции только в пресной воде вдоль реки. Возможно, предок сибирского осетра проник в Сибирь из водоемов Понто-Каспийского бассейна в середине Плейстоцена через систему подпорных приледниковых озер, существовавших во время максимального оледенения. Осетровые, кроме того, выделяются среди других рыб исключительно широко распространенной скрещиваемостью различных видов и большой морфометрической пластичностью. Раньше были сообщения, можно было встретить сообщения о том, что гибриды у осетровых возникают практически между всеми видами. Но последние сообщения говорят о том, что образование гибридов возможно только для видов с одинаковым числом хромосом. На данном слайде так представлен гибрид, названный бестером, полученный от стерляди и белуги. Он был получен в Москве учеными в 1952 году. К особенностям гибридов относятся... Почему гибриды так популярны? Потому что они очень быстро растут, быстро набирают вес, соответственно, быстро могут быть проданы на мясо. Но с получением гибридов возникают такие проблемы, как вытеснение родительских форм, если мы говорим о гибридах, образовавшихся в естественной среде. А также для некоторых гибридов возможна стерильность либо пониженная фертильность. Поговорим же об образе жизни осетровых. Во-первых, это невероятные долгожители, продолжительность среди рыб. Продолжительность жизни составляет от 25 до 100 лет. А половое созревание довольно позднее и в разных бассейнах и реках наступает не одинаково. Так, например, есть достоверные данные о том, что в стерлядь намного быстрее становится половозрелой в Енисее, но позже в бассейне реки Оби, который протекает в том числе по Новосибирской области, а также в Каспийском море. А, например, сибирский осетр намного быстрее растет, становится половозрелым в Лени, а медленнее в Енисее и Оби.
Половозрелость у видов у самцов наступает, как правило, в зависимости от вида от 5 до 13 лет, либо от 8 до 18 лет у мелких крупных рыб, соответственно, а у самок у мелких рыб это 8-12 лет, и у крупных рыб это 16-21 год. И вот представляете, плавает рыба, ей уже, например, 10 лет наплавает, и только на 12 год она станет половозрелой. Кроме того, для них характерен не ежегодный выход на нерест, который происходит, как я уже говорила, в реках при быстром течении. В соленой воде осетровые не размножаются. Некоторые виды осетровых, большинство из них, надо сказать, живут в морях, а мигрируют в реки на нерест мигрируют в реки. А некоторые являются непроходными. Например, такой вид, как стерлядь. Они совершают миграции на несколько сотен даже километров только внутри рек. С учетом такого образа жизни и высокой промышленной ценности популяция осетровых по всему миру сократилась очень быстро. В Америке умудрились истребить почти все виды обитающих у них осетровых всего лишь за 200 лет. Практически полностью. Кроме того, гидростроительство на реках и перекрытие миграционных путей обусловило критически малый объем пополнения от естественного воспроизведения. Так, например, белуга потеряла практически все свои нерестилища, и сейчас на 90% она воспроизводится только искусственным образом на рыбоводных на рыборазводных заводах. Здесь я представила вам такую наглядную картинку из брошюры о том, как сохранять рыб. И данные действительно ужасают. О том, что 200 вылов осетровых был полностью запрещен с 2006 года. Но несмотря на это, браконьерский промысел, как был он в 30 раз больше, так он только и продолжает расти. Но о сокращении популяции осетровых, конечно, сказано уже много. Огромную роль в снижении численности естественных популяций играет браконьерский промысел. Несмотря на полный запрет вылова, потребительский рынок переполнен нелегальным мясом и черной икрой. Но приобретая такой продукт, покупатель, он не только способствует развитию браконьерского промысла, не только может получить административную уголовную ответственность, он, кроме того, рискует своим здоровьем, потому что браконьеры абсолютно не заинтересованы в том, чтобы сохранять мясо, изготавливать, засаливать икру в правильных условиях. Нарушаются все технологические процессы, нарушаются температурные режимы хранения, а потребитель получает некачественный продукт. Понимая резкое снижение численности популяций по всему миру, в 30-х годах 20 века началось активное создание первых аквакультур, в том числе на территории СССР. То есть нец, где содержат осетровых, получают с них икру и выращивают из этой икры зрелых особей. Целей у аквакультур много. Было сформировано направление, например, товарного осетроводства, то есть то воспроизведение осетровых, которое идет на мясо и на икру. Также проводились опыты по искусственному созданию гибридов. Ну и, конечно, создание маточных стад осетровых способствует воспроизводству истребляемых видов. Так, пойдет. Ну, как и любое хорошее начинание, аквакультура имеет достаточно немало проблем. Как имели при их создании только, так и сейчас. Во-первых, это снижение генетического разнообразия в маточных стадах. Так как все скрещивание происходит только внутри того стада, которое было создано, то это очевидно. А также никуда не делась проблема позднего полового созревания. УЗИ для того, чтобы определить пол рыбы, можно сделать только на 3-4 год, когда гонады уже достаточно образовались и хорошо видны на ультразвуковом исследовании. И возникает такая проблема, что рыб кормят, содержат, соответственно, затрачиваются финансовые какие-то вложения, их кормят хорошим кормом, и на минимум 4-й год выясняют, что половину рыбы не кормили зря, потому что это самцы, и получить икры с такой рыбы уже не получится. И, соответственно, создатели аквакультур очень заинтересованы в том, чтобы разработать какие-то молекулярные маркеры для определения пола рыб на ранних стадиях, например, как у совсем мальков, для того, чтобы отдельно выращивать самок для создания маточных стад и получения икры, и отдельно выращивать самцов, которые могут быть выпущены либо пущены на мясо. Так, на территории Сибири существует несколько рыбных хозяйств или аквакультур, например, в Тюменской и в Томских областях, с которыми мы сотрудничаем. Ну, теперь переместимся ближе к нам сюда, в Сибирь, и поговорим о видах, которые встречаются здесь у нас. Это стерлядь,
Осипенсер рутенус и сибирский осетр Осипенсер байери. На слайде я представила вам основные характеристики, которые достаточно знать для понимания всей ситуации. То есть для стерляди средняя длина составляет 1 метр, вес средний 6 килограмм, максимальная продолжительность жизни 26-27 лет, половая зрелость у самок наступает в 4-5 лет, у самцов 5-7 лет. Как я уже не раз сказала, это оседлый вид, он не выходит в соленые воды. Оседлый, но при этом совершает миграции по реке. А второй вид, сибирский осетр, уже более крупная рыба. Здесь длина рыбы может достигать до 2 метров, а вес до 60 килограмм. Максимальная продолжительность жизни 60 лет. Половая зрелость наступает значительно позже. И вид является проходным. Так. На данной карте обозначены места обитания, а также точки, в которых нам удалось взять образцы для исследования популяционной структуры осетровых в реках Сибири. Стерлядь встречается в бассейне Волги, то есть заходит в Каму, встречается в Опертышском бассейне, вот в этих обозначенных цветных точках, а также в Енисеи. В Обскую губу заходит довольно редко. Существует исследование, выполненное еще в начале 20 века, которое показывает, что основное разнообразие стерляди, оно все-таки вот в верхней Оби и в средней. В нижней Оби разнообразие стерляди и встречаемость стерляди очень низкая. А вот сибирский осетр встречается в Лене, в Енисее и в Опертышском бассейне. Кроме того, он встречается и в реках, таких как Яна, Индигирка и Колыма. Стерлядь сюда уже не заходит. Популяционное исследование, выполненное нами, показало, что стерлядь в Опертышском бассейне и Енисее представлена широко, и значение индекса генетического разнообразия популяции довольно... Популяция представлена довольно хорошо, а индекс довольно высок. То есть вот эти индексы, P, это индексы генетического разнообразия, получились у нас достаточно высокими с нужной достоверностью. Кроме того, мы видим достаточную изоляцию между бассейнами двух рек, между бассейнами, между Опертышским бассейном и бассейном реки Енисей. А для сибирского осетра мы имеем выборки из трех регионов: из Опертышского бассейна, из реки Енисей, а также из реки Лена. И для сибирского осетра мы видим, что генетическое разнообразие на всем его ареале значительно ниже, в несколько раз ниже, чем для стерляди, что говорит о менее благополучном состоянии вида. И здесь мы также видим достоверную изоляцию между популяциями бассейнов разных рек. Это индекс ФСТ. Так, что мы можем сказать, основываясь на... получив эти данные о том, что мы имеем изоляцию между бассейнами? О том, что... Когда в аквакультурах заводят рыб из одного места и потом пытаются выпускать их в другие реки, это не очень правильная ситуация, так как рыбы выпущены из одного, так как в разных реках обитают рыбы условно, которые можно нести уже к разным популяциям, разошлись друг от друга достаточно давно и являются в какой-то мере в полной мере изолированными друг от друга, и при скрещивании могут давать либо стерильных особей, либо особи с пониженной фертильностью. Это первый вариант развития событий. Второй вариант развития событий, что они просто вытеснят автохтонных местных обитателей бассейна. Поговорим же теперь, в принципе, о подходах популяционной генетики. Что можно делать, что нужно, что можно делать, чтобы изучить популяционную структуру популяции того или иного животного. Проводится самый популярный... Один из самых популярных, и то, что использовали мы в своей работе, это исследование по митохондриальной ДНК. Митохондриальной ДНК можно исследовать различные районы, например, как гены, цитохром оксидазы, цитохром Б, надажди генерогеназы. Например, можно исследовать 16S РНК, а также D-петлю, или еще называемым контрольным районом, контрольным регионом митохондриальной ДНК. В свое время, начиная только это исследование, мы попробовали разные варианты. Мы пробовали исследовать и ген цитохром Б, и надажди гидрогеназу, и пришли к выводу о том, что скорость эволюции в данных районах очень низкая, что не позволяет оценить нам в должной мере генетическое разнообразие внутри одного вида, внутри одной популяции. А вот контрольный район НД-петля имеет уже высокую скорость эволюции, что наглядно нам показывает, какое разнообразие мы имеем в данный момент.
Имеет этот метод один довольно весомый минус. Наследование митохондриальной ДНК идет только по материнской линии и, соответственно, ограничивает применение этой методики для особей гибридного происхождения. А так как для осетровой гибриды образуются очень легко, то было бы неплохо все-таки понимать, когда у тебя все-таки чистый вид, а когда у тебя гибрид. Еще один из основных методов – это исследование ядерной ДНК. Исследование именно ядерной ДНК, уже не митохондриальной, является изучение аллельного состава микросателлитных локусов. Именно эти регионы ДНК, не находящиеся под давлением отбора, эволюционируют со своей собственной скоростью, постепенно накапливают наследуемые в потомстве дифференциальные признаки, анализ которых позволяет проводить межвидовую, внутривидовую или популяционную идентификацию особей осетровых видов рыб. Особенностью генетического анализа осетровых является разная степень плоидности геномов, и это очень важно при данном методе. Полиплоидные многохромосомные виды, имеющие 240 хромосом, например, такие как сибирский осетр, русский осетр, персидский осетр, имеют тетраплоидный характер наследования. А группа малохромосомных осетров, у которых 120 хромосом, к кому относятся белуга, стерлядь, шип, например, показывают диплоидный набор хромосом. Полиплоидность генома осетровых рыб очень сильно затрудняет статистический анализ генетических данных, так как большинство программ для обработки этих данных настроены все-таки на диплоидный характер наследования. Еще один важный аспект для проведения популяционного исследования – это тот момент, когда вы должны понять, что вашей выборки хватает, либо же ваша выборка недостаточна. Так, например, я сама еще в 2015 году пришла сюда выступать на конференцию с выборкой всего лишь в 30 особей и говорила, что я вижу на ней явную структуру популяции. И 31 особь представляла нам аж 4 разных популяции. Увеличив свою выборку примерно 8 раз, мы получили абсолютно другую картину, на которой мы видели уже абсолютно другое распределение как гаплогруппов, так и гаплотипов. В дальнейшем, продолжая увеличивать свою выборку и имея сейчас выборку практически в 2 раза большую от предыдущего исследования, мы видим, что общая картина распространения гаплотипов и гаплогрупп уже не меняется, что говорит о достаточной насыщенности нашей выборки. Еще один момент в популяционных исследованиях, который очень часто встречается и для многих является интересным, это то, как и зачем строятся филогенетические деревья и генные сети, генетические сети. Любой из таких филогенетические деревья прежде всего строятся для наглядности, для того, чтобы понять, в какое время произошло расхождение разных гаплогрупп, в какое время произошло расхождение разных гаплотипов и как они между собой взаимодействуют. При построении любого филогенетического дерева должна быть выбрана аутгруппа, относительно которой будет выстраиваться филогения нужного вам вида. Так, например, вот верхнее дерево построено мною в нашем исследовании, и по нему мы увидели, что узнали, что с какой достоверностью расходятся разные гаплотипы изучаемого нами вида именно стерляди, а также с помощью дополнительных опций узнали время расхождения основных двух клад для этого вида. А вот другое дерево, которое я уже показывала, на нем выполненное, но исследователями почему-то потерялась ссылка, из достаточно интересной статьи, на котором явно посчитано, и на одной картинке показано, в какое время происходило расхождение каких классов. Теперь более наглядный, интересный и красивый момент – это генетические сети. Казалось бы, зачем нам нужна вот эта огромная звезда, и что мы из нее можем извлечь? А извлечь же из нее мы можем… Она строится также по нуклеотидным последовательностям, выровненным друг на друга, на основе однуклеотидных замен, СНП. Также сюда привлекаются данные о регионах, из которых была взята та или иная особь. И по генетическим сетям мы можем делать предположение о происхождении гаплогрупп и гаплотипов, о путях миграции, о возможных путях миграции рыб внутри бассейна, о возможности миграции рыб между бассейнами разных рек, рассчитывать время расхождения гаплогрупп и гаплотипов, а также давать оценку гаплотипического разнообразия. Например, объясню на этом примере. Мы видим количество точек между разными гаплогруппами. Одна точка обозначает одну замену, условно говоря.
Соответственно, чем дальше друг от друга находятся две группы, значит, тем давнее по времени они друг от друга разошлись. Вот еще, например, интересный пример о том, возможно ли о том, что я говорила, о возможности миграции между разными бассейнами рек. Белым цветом здесь обозначены особи, полученные из Енисея, а цветные – это особи из Опертышского бассейна. Построив такую кладограмму, мы увидели, что особи из Енисея ложатся более базально, являются более базальными, а особи Опертышского бассейна являются дивергирующими позднее, что говорит о том, что миграция из Енисея в Опертышский бассейн никак не происходила. Так, ну и в заключение хотелось бы еще раз сказать, что же мы можем сделать для осетровых, чтобы не потерять этот ценный вид в промышленном, этот ценный промышленный вид, ценный как для общего разнообразия. И можем выполнить мы примерно следующий момент. Это проводить работы по просвещению населения в вопросах противостояния браконьерскому промыслу, для всех аквакультурных хозяйств Российской Федерации провести сертификацию всех осетровых стад, включая генетическую паспортизацию, создать единую национальную базу данных генетических паспортов сертифицированных стад, также изучить сохранившиеся природные популяции, собирать данные по эффективности выпуска малька осетровых из хозяйств, чтобы понять, все-таки вносит это свой вклад или нет. Спасибо за внимание. Так, вопрос, пожалуйста. Далее. Ну, вопросов очень много, что мне кажется, для этих случаев можно было избежать. Я боюсь, что я, и причем в основном мелких, могу все не упомнить. А Каспийское море, которое там является стартом Тетиса, вы в каком контексте приводили? В качестве чего? Предположительно, моей целью было прийти к описанию видов в Сибири. Предположительно, одна из версий, что сибирский осетр попал на территорию Сибири из Понто-Каспийского бассейна. То есть это цены происхождения сибирских осетровых, а не всех осетровых, как можно было понять из вашего? Нет, всех осетровых. Всех осетровых. Как они в Америку попали? Интересный вопрос. Да, имелся второй. Да, здесь я абсолютно не затрагивала тех осетров, которые обитают на территории Америки, но есть достоверные данные о том, что у них был свой очаг происхождения. Хорошо. Что, там сильная дистанция, что ли, между ними? Достаточно, да. Хорошо. Именно Каспийская, не Понто-Каспийская, то есть без черного, да, именно цены происхождения? Оно называлось... Там же оно не так давно соединялось, по Пума-Маночке, где-то впадение. Так, как прям не... Все, как Павел Михайлович не любит. Простите. Да, здесь я не вставила эту картинку почему-то. В общем, Самаранское море, по-моему, это называлось. То, что было объединенным... Вот, да. Не Каспийское, а вместе Каспийское с черным. Дальше. Вы сказали, практически истреблены в Америке. Что значит практически истреблены? Они есть или их нет? Они встречаются в единичных количествах, их вылов полностью запрещен. Весь осетр, который поставляется на рынке Америки, это все выращенное в аквакультурных хозяйствах. Понятно. Так, еще. Вот у вас была карта, там были флажки, откуда у вас точки, материал есть, и эллипсы. Вот эллипсы, это что такое? Почему не все флажки стоят в эллипсе? Объясняю, потому что эллипсами мы обозначали те территории, на которых мы собирали рыбу для своих исследований. То есть, соответственно, здесь доклад был не о моей конкретной работе, но эта карта пришлась очень к месту. То есть у нас были такие участки, как верхняя обь, первая, средняя обь, вторая, нижняя обь. Они разделяются, да? Нет, они разделяются не электростанциями, это было разделено для нашего удобства. А вот там на Аби ничего не обозначено, то есть что означает серединки? Вот здесь? Да. Отсюда не было получено нами ни одного образца. А вот эти красные штучки, это что? Здесь была очень маленькая выборка, это были единичные особи, полученные из Колымы. Понятно, единичные особи. Это все места ваших выборок, но а разница заключается в объемах. Да. Большие эллипсами, маленькие флажками. Да. Хорошо. Теперь... По поводу, вы сказали, самый древний представитель стоит на дереве вот здесь. Это дерево на основе чего построено было? На основе изученных ископаемых останков. На основе изученных ископаемых останков. Признаком что служило? После этого морфология. Морфология останков. Да? В
Вот, теперь по поводу, вы говорите, интересно, вот дерево в положении класса. Что-нибудь новое известно, появились ли какие-нибудь новости об их филогенетических отношениях с костными ганоидами? Панцирные щупы. Они пищевые ганоиды. Есть в данном случае я не рассматриваю этот вопрос, не могу вам сейчас ответить. Там у вас лучи первой рыбы, вы говорили, когда они отошли от пищевых, но там были еще промежуточные ветви, это кто? Например, вот здесь вот этой неказистой звездочкой обозначено положение непосредственно осетровых. Да, да, так вот. А здесь выше уже идут, например, я вижу мышь, лягушку, человека даже вижу. Это не такое подробное дерево, нет. Просто там есть еще интересная очень рыба, курс. Ну да, я знаю. Да. Да, 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 Павел Михайлович прав. А осетров не секвенировали полностью? Нет. Полиплоид, да. Внутри видов есть полиплоидность, да, полиплоидности? Да. Или у вида плоидность строго фиксирована? Ну, вопрос плоидности я не затрагивала, потому что про него 2 недели назад подробно все рассказали, и я не хотела просто опять добавлять ничего. Насколько я знаю этот вопрос, внутри вида скорее может встречаться неравное количество 120 хромосом, 118, 126, и это допустимо. То есть вот этих полиплоидных рядов внутри вида нет? Нет. Еще вы сказали, что если в природе... У карасей там что-то какие-то, даже по ареалу там... Нет, это другое совсем. А вы сказали, что вот если в природе образуется гибрид, то великий риск, что он вытеснит родительские формы. Ну и кто кого вытеснит? Какой реке, какой гибрид кого вытеснит? Я поняла ваш вопрос. В настоящее время, при том количестве осетровых, которые, в принципе, обитают в реках, вот тут уже сложно кому-то кого-то вытеснить, потому что их, в принципе, мало. Нет, в смысле, такие должны быть известные примеры, раз вы это утверждаете. Хотя бы один. Что вот гибрид между тем и тем, да полностью занят какую-то реку. Тут проблема какая? Здесь есть такая проблема. На основе морфологических данных выделяют даже несколько видов стерлизи внутри, у нас здесь, в сибирских реках. Кто-то выделяет по морфологическим данным, повторюсь, обскую стерлить, енисейскую стерлить, там, потом из верхней оби там отдельная стерлить. А уж как они выделяют гибридов, это другое, это еще более запутанный вопрос. А молекулярное исследование очень сложно провести, потому что, вот как я говорю, что в случае с микростелитными маркерами, когда можно увидеть гибридов, то встает вопрос о плоидности, плоидность мешает. По митохондриальной ДНК мы не можем вычислить гибридов. Как раз нет ни одного нормального примера. Может, рано было говорить о том, что они так легко вытесняют, раз это все вилами ходит. Скорее даже так. Это то, что пишут в литературе из года в год, из десятилетия в десятилетие, и сейчас мы этим оперируем. Это у них, это как называется, идея фикс, кошмар консервационной биологии, что придут гибриды и всех вытеснят, и испортится частота вида. Здесь скорее это говорится на основании того, что гибриды очень быстро растут. Вашей терминологии гаплотипы и гаплогруппы чем отличаются? Что такое гаплотип? Гаплогруппа объединяет в себе несколько гаплотипов. Гаплотипы — это более мелкое понятие объединенного гаплогруппы. И вот это то, что вы говорите, генные сети, называются гаплотипические сети. Генные сети заняты. Ну, да. И последний вопрос. А мифы в чем? Где мифы? 600 килограмм. 600 килограмм. Оказалось, 2 тонны, да? Так. Но для меня самым большим мифом оказалось то, что для дворян черная икра не была деликатесом. Ну вот, да, в конце там самая последняя фраза, хотел бы уточнить, по поводу этих выпускаемых мальков, да, в реки, вот с чего все-таки они там приживаются, не приживаются, какие сейчас у вас данные есть? Мальки... Данные на самом деле довольно запутанные. Да, мальки в целом приживаются. Выживает их немногое количество. Как правило, те эксперименты, о которых я слышала, это их выпускают сперва где-то чаще в европейской зоне, где не могут их выпустить. Какое-то время они находятся в воде, но все равно близко к хозяйству. И только после они уже выходят совсем. Их маркируют, и вроде как да, они приживаются. Слушайте, я хочу понять вообще экономику всей вот этой аквакультуры. Вот я забираюсь, и вот я покупаю, значит, самый завод по производству мальково-сетров, да? Дальше что я с ним делаю? Я куда, на чем я получаю выгоду?
Вы живете с этим заводом, у вас мальков осетров. Вы сколько-то себе выводите, чтобы потом продавать с них черную икру и продавать с них вкусную рыбку? Я держу их у себя в пруду. Да, вы держите их у себя в пруду, причем не в одном, потому что им требуется сложная циркуляция воды между бассейнами. А второй момент – это в наше время очень популярные, господи, как называется-то, мероприятия по рекультивации. Когда какая-то большая компания строит огромную нефтяную вышку где-то, а потом получает от правительства за то, что ей нужно выпустить определенное количество рыб в это место. Она обращается в какую-то контору, например, вашу, и говорит, мне нужно закупить столько-то мальков, либо столько-то икры, которые я выпущу, и которые будет жить, а с меня снимут... А с меня снимут все наказания. И здесь возникает очень важный момент. Им, в принципе, все равно, какую икру из какого бассейна они покупают. Таким образом, именно заносится ленский осетр у нас, например, в Каспийское море, где он абсолютно не приживается, например, по температурным показателям. Извините, еще одно, значит, я тоже, чтобы не понять. Вот это легенды по поводу того, что, не дай бог, мы не то выпустим, и оно вытеснит то, что было. Вот это для меня всегда загадка. Я понимаю, когда речь идет про инвазивные виды и все прочее, да, там про кроликов в Австралии. Но когда у вас осетр, который, значит, был адаптирован, я не знаю, там в Колыме, вдруг вы выпускаете в Волгу, с каких пирогов он выпустит хорошо адаптированного волжского осетра? В Волге вообще не осталось осетров. Во-первых, в Волге действительно осетров практически не осталось. Во-вторых, я здесь все-таки оперирую скорее... Снять нечего. И жить уже негде-то из-за большого количества плотин. Я здесь все-таки, лично я придерживаюсь того мнения, что скорее не вытеснят, а помрут оба, потому что не могут скреститься. Да, кстати, вообще вот по поводу... Извините, я потом тоже забуду. Значит, вот по поводу этой гибридной стерильности, это кто-то проверял или это общее ожидание? Во-первых, как я сказала, могут гибридов могут давать только особи с одинаковым набором хромосом. Соответственно, если у нас встречаются с неодинаковым, то не выжить обоим. По поводу гибридной стерильности, я так понимаю, это все проверялось только в аквакультурах и была получена пониженная фертильность. То есть стерильности к таковой нет. Но считается, что условия в аквакультуре, оно все равно такое более положительное, более спокойное, а в дикой природе им станет еще и хуже, и может получиться и полная стерильность. А триплоиды не развиваются? Нет. То есть понятно, да. Так, и последнее, извините. А вот эти самые гибриды, которые все боятся, ну хорошо, пусть и гибриды-то будут, их-то они быстро растут и все. Чем плохо-то? Или у них это все разваливается, это гибридный гетерозис довольно быстро? Что там известно? Нет, он не разваливается, насколько я понимаю. Ну, а чем плохо? Ну, потери чистых видов. И зачем им чистые виды? Это уже другой вопрос. Хорошо. Да, пожалуйста. Вы, пожалуйста, с вами сотрудничаются, которые пытаются определить рыбы, которые рыбы в форме браконьера не принадлежат, стоит ли наказывать браконьеров. Вы исследуете этот вопрос. Часто ли вы обнаруживаете, что браконьеры вылавливают гибриды, за которые применились наказаны? А что, за гибриды они не могут ничего, я должен объяснить. Сейчас по порядку, ответ будет долгим. Во-первых, абсолютно все осетры занесены в Красную книгу, существуют только квоты в некоторых регионах, но эти квоты должны быть получены перед тем, как вылавливать эту рыбу. А так все осетры занесены в Красную книгу. Если тебя поймали с осетром, ты должен предоставить бумажку, что у тебя было разрешение на вылов. Если такое нет, то ты в любом случае подашь под уголовную ответственность. За вылов осетра уголовная ответственность, либо штраф в 1 миллион рублей, насколько я знаю. Дальше, про гибриды. Опять же, повторюсь, точно вычислить гибрида нельзя. На данный момент у нас такого метода нет. И еще один момент, то, что ты говоришь, не попадает под ответственность. Да, есть такая байка о том, что вот смотрите, сибирский осетр занесен в Красную книгу, стерлядь занесена в Красную книгу, а гибрид не занесен в Красную книгу, их ловить можно. Но это, я думаю, что это из разряда байок. Так, за стерлядь какой штраф? Такой же. Про маркеры, вот вы сказали, значит, половые-то вы можете определять или нет? Пока нет. Пока нет. А в чем проблема? У них нет половых хромосом, да? Не найден на данный момент. То есть неизвестно, неизвестно определение пола, хотите сказать? Определение пола у них генетическое, но маркер не найден. Ничего себе. Ну ладно, так, извините, да, пожалуйста. А
начале лекции было сказано, что люди могут жить до 100 лет. А как у них с эффективностью дела обстоят, они доживают до такого возраста? Есть какие-то данные по этому поводу или нет? В источниках, которые, как вы можете понимать, что если рыба живет 100 лет, это представляете, сколько разных исследователей ее исследовало. Я думаю, люди столько не живут, поэтому точных данных получить невозможно, конечно. В аквакультуре столько ж никто не прожил. Как минимум, создание аквакультуры столько времени не прошло. С фертильностью дела обстоят вроде бы у них хорошо, фертильность, может быть, в каком-то возрасте пропадает. Я, например, точно знаю, что существует градация по ценности икры в зависимости от того, осетр какого года эту икру произвел. Так, например, от 15-летних ценится по одному, встречаются данные, что от 60-летних осетров ценится по другому. Значит, и в 60 лет с фертильностью нормально. По костям, по срезу костей, по спилу. Не понял, что спросили? Как понять, на который где-то ребят? Так, подождите, попробуем, кто же самый, бог с ним ценится, не ценится. У 60-летней рыбы там икры больше, чем, или вдруг меньше становится, чем... Не знаю я. В килограммах, что, это все... Нет, они растут постоянно, правильно? Возраст как у них определяется? По костям. По размерам или еще что-то есть? Насколько я знаю, по костям у них возраст определяется. Не по размеру. У разных видов нет, конечно. Не-не, хорошо, в пределах одного вида. Они растут постоянно или нет? Да. Значит, вот... Вероятно, да, количество икры должно увеличиваться. Возможно, падает ее качество. Не могу сказать точно ответ на этот вопрос. Органолептический. Да, пожалуйста. Вот в одной классической книжке, я не помню какой, описывается сцена, как медведь борется с белугой. Там, значит, случился отлив на реке, и получилось, что белуга заплыла в такое озерцо небольшое, медведь, по пояс, там, по грудь. Вот, и они там боролись там 2 дня. Там. И 2 ночи. А как он дышал эти 2 дня? Мне кажется, нет. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Вы говорили про нерестилище, про проходное и непроходное, всегда говорили стилище, а вот байкальское сетро. На данный момент считается, что нет вида байкальский осетр, это сибирский осетр. Живые расы? Возможно, есть. Не изучала, к сожалению, этот вопрос, простите. Так, еще нет? Да, значит, еще я вас забыл спросить. Панзерей не уходит? Я вас забыл спросить, вот это измельчание. Панзерей не уходит. Измельчание вот это, которое вы показывали, это что? Просто... Как вылавливаются старые особи? То есть это вопрос у возраста или вопрос отбора против по размерам тела? Вот что я понял. Я думаю, это вопрос возраста. Возраста, да, то есть, да. 200 лет как видно. А? 200 лет как видно, я думаю, раз. Ну, я не знаю, почему там. Так, еще есть вопросы? Вкусно играли, нет. А? Вкусно играли, нет. Кто никогда не ел черное? Так, где Фишман? Он собирается устраивать банкет. Это надо компенсировать. Неужели? Кто совет молодых ученых? Кто главный? Кто деньги? Дайте денег. Хорошо. Скажите, хорошо. Это нехорошо. Это как практическое занятие. Маша, вообще, между прочим, могла бы. Она понимала. Тоже не пробовала? Или пробовала? Мне однажды, случилось. Совсем чуть-чуть. Да, конечно. У меня был однокурсник, у которого была родня в Баку. И мы, как-то он регулярно оттуда привозил 3-литровую банку.
И мы жили в одной комнате с Николаем Александровичем, ныне директором нашего института и общежития. Нам было лень идти за хлебом. Да. Он все так было идти за хлебом. Поэтому мы уже, вот это правильно Маша сказала, никакой-то дойдет никогда. Я тут пока готовилась, нашла на эту тему такую шутку, что был анекдот про Брежнева. Надеюсь, он никого не обидит, что употребление черной икры может привести к срастанию бровей на переносице и трудностям в произношении. Да. У меня пожелание и вопрос. Пожелание вместо картинки Ивана Васильевича в профессию белосолнце последнее. Это первое. Второе, все-таки вот такой важный вопрос, да, по как это, ну, про конъюнкту и так далее, да, вот я помню, стебли, которые в магазине, это из хозяйства, да? Да. А которая на улице? А которая на улице может оказаться браконьерской. А может быть из хозяйств, в принципе, если вам смогут предоставить бумаги, что это из хозяйства, она может быть из хозяйств. На самом деле, это вопрос очень сложный, люди все разные, и в хозяйствах встречаются абсолютно недобросовестные работники, в том числе. Стас. Тогда объясните, а что важнее для этой икры? Значит, подсвеченность воды кислорода или необходимо печенье? Я думаю, насыщенность воды кислородом. Насколько я знаю, насколько я видела рыбные хозяйства, я предполагаю, что важнее все-таки насыщенность воды кислородом. Интересный вопрос, надо будет о нем подумать. Так, ладно. Маша, спасибо большое. Маша, вопрос. Два вопроса мне запишите. Ладно. Секрет запишите. А я не говорю. Это дерево, на самом деле, оно из статьи, и о нем можно много дискутировать. Я сейчас мне даже не скажу, наверное, на чем мы на нем устроили. Просто я хочу понять, что там, где было изображено все-таки. Нет, вообще, я вот сейчас буду сказать. Ну, в самом конце. Нет, вот это дерево. Нет, нет, это самое последнее, которое ты еще добыл. Вот. Вот это? Мы же еще... Вот это вот, это сеть, в смысле, здесь это мутации в отдельных генах или нет? Это все контрольный, это исследование выполнено на контрольном районе митохондриальной ДНК, то есть это последовательность не кодирующая, это не кодирующая последовательность, которая встречается в нуклеотидной замене. И одна точка обозначает одну, один СНП в этой последовательности контрольного района. А, то есть, вот, а размер кружка это как много видов? Размер кружка, нет, размер кружка, я говорю, ну, это на самом деле, да, контекстно выдернуто просто из моего исследования. Это размер особей данного гаплотипа. То есть, смотри, Больше кружок, больше особей. Да, нет, больше особей. Вот это гаплогруппа D. Вот это все гаплогруппа D. Внутри гаплогруппы D есть три гаплотипа. D, D1 и D1E. В среди нашей всей огромной выборки в 300 особей мы нашли 12 особей гаплотипа D, там 6 особей гаплотипа D1 и одну гаплотипа D1E. Вот, понял, хорошо. И все они различаются на одну мутацию друг от друга. Как правильно называть вот это все? Гаплотипическая сеть. Гаплотипическая сеть. Как-то что-то еще не шустрая, из головы вылетело название. Ну да, гаплотипическая сеть. Хорошо, не хорошо, что выполняется. Ага. Ага. Ясно. Спасибо. Ладно.
Ладно, спасибо, утешил, ладно, давай, спасибо. Ну ладно, ну пока. Тяжелый через. И объявление. Ну, вроде он что-то там собирается. Спасибо, правда. Спасибо. Маш, спасибо. Что? Мне в прошлую среду порезали, в четверг даже. И там, и вот, а вы в ответ лекции читаете, да? Я, может, в ответ.